ехал с семьей на машине, это было, наверное, где-то 23:30 по проспекту Мира. И там, ну, кто знает, это 4 полосы проспект Мира, поздний час, поэтому, в общем, ну, люди могут не очень сдерживаться в скорости. Стоит человек на проезжей части, и его кто-то, ну вот передо мной машина, она чуть-чуть протормозила, как бы от него шарахнулась слегка. Вот, мы останавливаем, а это было прямо у храма, кто знает, Тивеевского подворья, там, Серафим Саровский. Вот, и мы останавливаем машину, я из нее вылезаю. Там стоит мужик моего возраста, прилично одетый, ну, пьяный, конечно, но в большей степени отчаянный, чем пьяный. Я говорю, тебя сейчас собьют. Он говорит, я хочу, чтобы меня сбили. Я говорю, тут смотри, храм, тут Бог, ты что вообще, куда? Он говорит, какой Бог? Значит, я его как-то веду на эту самую обочину. И он все время говорит, я хочу, чтобы меня сбили. И я говорю, у меня вот там сидят сейчас жена и дети, мы бы сейчас тебя сбили, ты представляешь, что бы у нас было? И тут, говорю, везде люди вот едут тоже. Ну, короче, он убежал. Я это к чему все рассказываю, что в Рождестве есть две стороны. С одной стороны есть звезда, с другой стороны есть тьма. Тьма, в которой этот свет светит. И тьма очень густая. Вот вчера конкретно я видел человека, который вот решил закончить свою жизнь. Из-за отчаяния. Есть и то, и то. Поэтому я начну, наверное, с такой песни, которая называется «Выход есть», а потом попробуем сделать шаг. Здесь светло, но этот свет напоминает темноту. Мне плохо видно, но меня видно за версту. Я продолжаю идти в холодном поту. Я не помню, зачем я здесь. И я боюсь шагов за своей спиной. Мне хочется уснуть или уйти с собой. Ты помнишь, я пел о том, что жизнь не тобой. Но я так хочу домой. Мне надо найти ответ на все, что я вижу здесь. Я знаю, что выхода нет. Я знаю, что выход есть. И вот в этом душном сумраке я раз на вспыхнет моя вера. Пробита дыра, сквозь которую дуют ночные ветра. Но на часах 8 утра, и снова куда-то пора. Я буду 1000 лет ворочать мерзлый грунт на городских площадях, жевать фастфуд. Я еще долго буду тут. Здесь меня любят и ждут. Мне надо найти ответ на все, что я вижу здесь. Я знаю, что выхода нет. Я знаю, что выход есть. И вот в этом душном сумраке яростно вспыхнет моя вера. Спасибо большое. Следующая песня называется «Лазарева суббота». Лазаря в среду не стало,
четвертый день, как он мертвый. Его гроб закрыт, его тело смердит, в его доме слезы и стон. Но вот приходит учитель, просит открыть пещеру, и все слышали, как сказал он, Лазарю выйти вон. И вот Лазарь выходит из гроба, завернутый в белые тряпки. Лазарь вдыхает воздух, смотрит перед собой. Люди стояли молча, люди смотрели молча. Что это, что это, что это? Был мертвый, а стал живой. Зазирали морды, люди смотрели на небо. Оно было все таким же, все было как всегда. Кто-то пошел креститься, кто-то понес доносы. Только воскресший Лазарь отправился Бог весть куда. Заплат, заношенным до дыр, я ушел из мира и попал в другой мир. Мир, где самолету лететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где моим детям смеяться и расти. Мир, открытый для любви и радости. Я больше не хочу о нем петь, пусть он сам поет. Я не хочу выдумывать жизнь, пусть сама живет. Я хочу, чтоб кончился страх нового дня. Видишь, я разжал кулак, обними меня, обними меня. Я устал играть эту роль, обними меня. Я теперь больше не герой, нет, я не пытаюсь тебе понравиться. Но обними меня, самому мне не справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я предатель-дезертир? Ладно, я вернусь и понесу с собой мир. Мир, где самолету лететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где нашим детям смеяться и расти. Мир, открытый для любви и радости. Мир, где самолету лететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где нашим детям смеяться и расти. Мир, открытый для любви и радости. Так. Друзья, у меня есть организационный вопрос. Но нас, мы 8 должны уйти отсюда, тогда я все-таки хотел, чтобы ты тоже сыграл. Играй, просто играй свое сердце. Thank you.
шагаю под серым небом, сзади придет тобой. Делаю, делаю, делаю дело, веду себя на убой. Послушай мой радостный крик, из самого гиблого места на свете я поздравляю тебя с тем, что жизнь не кончается смертью. С праздником, с праздником, с праздником. Там перемешаны дождь и ветер, больше ничего нет. И пьяный кормчий рожей корчит, в трюме спит капитан. Но кто-то, смотри, по волнам шагает, может быть, это к нам. Но слушай мой радостный крик, самого гиблого места на свете я поздравляю тебя с тем, что мы не закончим со смертью. С праздником, с праздником, с праздником. Завтра, о котором я что-то слышал вчера. И звезды на небе гаснут, и звезды рок-н-ролла ложатся спать. А я возвращаюсь домой всю ночь, и слились опять. Просто так я смотрю на себя, я смотрю вокруг, и в голове стоит сплошной бардак. И люди спешат к метро, кому работать, кому служить, кому на учебу, кому в дорогу. А мне некуда спешить. Город — это довольно забавное место, он похож на цирк. Он похож на зоопарк, здесь свои шуты, здесь свои цветы, свои Оскары Уайлды, свои Жанны Дарк, здесь свои негодяи, здесь свои герои, здесь обычные люди, их большинство, я люблю их всех, нет, ну скажем, почти всех, но я хочу, чтобы всем вам было хорошо.